Добрый день, дорогие друзья! Вот такую красоту ваяют наши девочки-флористы. Вот такая вот прелесть. Всех мужчин с праздником 23 февраля! Мы поздравляем, желаем всего самого наилучшего. Всех вам благ, удачи, терпения, понимания, финансового изобилия. Всех военнослужащих. И пробежимся быстренько. В связи с тем, что сейчас праздники, и, соответственно, служба доставки не работает, мы приостановили отправку посылок, но, тем не менее, ваши заказы, которые оплачены, стоят и ждут своей очереди, то есть мы их не упаковывали, они отдельно стоят подписаны и ждут, когда подойдет время, и мы их, конечно же, отправим. Можем пробежаться по остаткам, что есть на данный этап. Сразу извиняюсь за беспорядок. Не успеваем, но, естественно, приведем все в должный вид. Поэтому вот валяются листики, рабочие моменты. Растения адаптируются. Уже у нас они начинают адаптацию. Поэтому все, что можно, они покидали. Все, что хотели, они скинули. И, в принципе, чувствует себя прекрасно. Осталось два клементина по 2600. Вот такие вот красавцы. Дальше клементин остался две штучки за 3000 клементина. И еще есть, как я уже говорила, клементина коммуны. Видите, у них шире лист, и они пока не цветут, скорее всего, это позднеспелый сорт. И клементина, видите, как отличаются? Сделаем тоже по ним ролик. И клементина, опять немножечко покажу. То есть вот который клементина коммуна, у них нет шипов. А вот этого клементина, который мы пробовали, и есть небольшие шипы, вот они все в бутонах и в цвету. Они по 3600. И мандарина. Мандарина, все в бутонах, все цветут. Вот такие вот красавцы, тоже 3600. Вот они все. Из разных питомников. Питомник Джамба и питомник Сицилия Верде. Вот такая бирка у них. Ну вот, визуально они... вообще похоже очень сильно, прям по 3600. Два мандарина осталось по 3000, они в наличии, тоже все цветут. И осталось две клеопатры, классные, вкусные, тоже по ним сделаем ролик. Вот такие вот две клеопатрочки. Наверху сейчас постараюсь поближе показать лаймклад 3600. Дальше рангфур 3600. И одна шикардосная пурша, тоже 3600. Это в наличии. Дальше. Кумквата абабата по 3600. Уже начинают спеть и сбрасывать плоды. И прям вот жалко, очень жалко. Рукобуды у нее вот уже вот будут сейчас выбиваться, пробиваться молодые побеги. Какие-то цветут, и вот они. Лапки торчат. Это сорт, у которого у Будды, у него пурпурные бутоны. У Тинкери есть два. Вот я вам показываю, это сейчас полезет молодые побеги. У Тинкери есть две разновидности руки Будды. С пурпурным цветением и с белым цветением. Вот это с пурпурным. По 3600 рука Будды. По 3600 микроцитрус, красные плоды. Вот такие классные манго. Манго еще ближе покажу. Манго остается мало.
5300 сортовые. Бусинки, мандарины и клементины есть по оценке по 3000 мандарина, вот с молодыми побегами. Бусинки, мандарина вот уже начинают. Запах, конечно, просто обалденный. Молодые побеги. Вот у кого-то мандарина или клементина, мандарина. Вот такие вот по 3600, они есть, которые 1,5 метра, есть поменьше, а есть вот прям метр, 1,90 м. Это у нас лимон Лунарио. Он очень высокий. Пока не вижу я бутонов, но вот его соплеменник был с бутонами. А вот, кстати, вот бутоны есть, обманула. Смотрите, пурпурная есть. Это вот у нас Лунарио. Адаптировался, покидался, пошвырялся, и вот он дает бутончики. 3600, вот такой красавец. Вот он, кстати, вот бутон, то есть вот то, что пурпурный оттенок есть, все есть, вот такой красавец. Лунарио 3600. Апельсин Вашингтон 3000, вот кто-то спрашивал, не помню. Посмотрим еще вот из таких, из испанских, там что-то по скидке сделаем. Все смешано. Так, это у нас расцвел клементин. Очень ароматно пахнет, тоже 3600, клементина, очень вкусно. Вот еще по оценке один мандарин, такой повыше, тоже по 3000. Вот еще клементины, и классный остался от клементины. Бусинки, вообще красота, аромат. А вот то, что говорила, высокий 1,90 м клементин. И рядом стоит один мандарин дичикули. Он тоже весь в бутонах и приростах. Вот такой вот. 3600. Конечно, пахнет просто сногсшибательно. Просто сногсшибательно. Здесь пока еще в спящем состоянии, но она живая. Покажу, это мушмула германская. Вот она, живая, но она пока спит. Это мушмула германская. Разошла сюда. Вот манго, наша манго. Вот дают молодые приросты. Все в молодых приростах. И выпускают соцветия. Значит, кто именно? Кент. Кент и Палмер цветут. Ну, набирают соцветия Кент и Палмер. Остальные пока дают молодые побеги. 5300. Эти красавцы. Кумкваты, абоваты, я уже сказала. Вот они такие классные, вкуснючие. Есть шанс попробовать. Кукли. Гибрид клементина и кумквата. Он по форме очень похож на абовату, но крупнее и ярче он оранжевый по форме. По вкусу он немножко потеснее. Один остался классненький апельсин, весь в завязях, и цветет по 3600, вот такой классненький. Апельсин по 2600 и по 3000. Вот эти вот по 3000 с плодами, и вот там с такой биркой по 2600, они все с бутонами. Кукли 2300. Перчики по скидке. И остался один, по-моему, сангвинелла. Такой с молодым приростом. 3600. Опять вам покажу. Так, это у нас маракуйя со скидкой. Вот она дает молодые. Все живое, все хорошо. Пока светло, покажу вам гинастему. Акцентирую опять на нее внимание, потому что реально... Сделаем, мы успеваем, сделаем про нее ролик. Ну, очень классное растение, очень стоящее внимание. Дальше, здесь у нас кумкваты тонда круглые, японика сладкие, вкусные. Каламандички по 2000, лумия. И здесь у нас, так вот попробуем, чтобы виднее было. Лаймверде, тоже весь цвет в завязях. Вот такой вот лаймверде по 3000. Наверху
У нас наверху ранг-пур, весь в бутонах, по 3600. Мимоза по уценке, но она живая, с ней все хорошо, просто она отцветает, и у нее теряется внешний вид. Ее нужно пересадить. И вот стоит замечательный вот такой вот классный лайм-верди, персидский 3600. Опускаемся вниз и смотрим здесь. Папуана начинает адаптацию, частично кидается листвой. Кто-то дает молодые побеги. То есть вот она. 3600 вот такая вкусная штучка. По 1900 лимон Карубара. Кстати, светло видно, скажу. Проснулся гранат Галюша розовый. Ему на сегодняшний день 3,5 года. Надеемся, что он должен уже зацвести. Вот такой красавец. 2000 тоже по скидке. То есть пока вот период такой, он по скидке. Саженцы такие где-то 1,50 м, вот такие 1,20 м высотой. Дальше микроцитрус с зелеными плодами 3600. И вот этот экземпляр, по-моему, да, вот с плодиком. Вот с плодиком торчит. Дальше гиала варикатный лимон 3600. Два лимона по скидке, по оценке. Вот эти вот варикатные по 3000 и один в хорошем состоянии. Сейчас его покажу. 3600. Здесь у нас сиракузана, все с бутонами, все с плодами. 3600. Вот такие красавцы. Их видно, хоть и стоят в тени. Очень классный сорт, потому что он обильно плодоносит. Далее. Капучо тоже очень-очень интересный, очень классный, интересный сорт. Сейчас я пролезу, у нас немножко тесно. То, что вот я вам говорила, варикатный лимон с плодами, с завязями, с бутонами, вот завязи у него и молодыми приростами 3600. И вот виднеется красный микроцитрус. Плоды у него красные. Так, здесь я вам покажу Хистрикс 3000. Тоже вот, кстати, с молодыми приростами. Вот такой вот красавец. Остался один ранг пур по 3000 сладкие плоды. И 2000 кислые плоды. Лаймквад 2600. Такой вот экземплярчик. Вот они, тонда. Спеют, зреют. Есть возможность попробовать. Кому интересно, пишите. Потому что все зреет, все спеет. Запахи безумные, вкусные. Лунарио 3600. Азимина 4500. Кстати, азимина просыпается. Далее овалия Сорента. Они все с бутонами. 2600 и 3000. Наверху у нас экзотика. Мыльное дерево, гуавы, гуаява, авокадо. Цены разные, надо смотреть. Цитроны по 2600. Дальше кафрские по 3600 с молодыми приростами. И вот бутоны. Сейчас будут цвести. Сейчас еще покажу. Все начинают цвести. Пора цветения. И вот смотрите, сколько много молодых побегов. Хотя и темно, но, собственно говоря, пытаются они у нас выжить. Карубара. Карубара с плодами. Карубара цветут по 3600. Вот конкретные оценки. Далее лимон инкапучата 3600, амальфитана. Такие вот. Здесь у нас лунарио по 3, карубара, сиракузана 1 по 3. Сейчас еще с другой стороны покажу.
Ламандины по 3600, варикатные вот такие красавцы. Уценка. Уценки еще раз скинем дополнительно. То, что есть в наличии. А, корису. Кориса 2000. Это слива комнатная, гуава пурпурная. Дальше вот тут из питомника дава огромные растения, какие-то цветочки. Кардамон еще один тут есть. Вот то, что я вам говорила, лунарио. Амальфитана по 3. Вот такие вот красавцы. Загарабьянка по 2300. Так, инкапучата. Вот они, 3600. Карубара 1. Вот такая вот красота. Это инжиры, которые наши. Мы их не продаем. Они у нас стоят, мы их черенкуем, и гранаты наши. И, собственно говоря, показываем, как они могут жить в условиях не квартиры и в условиях не оранжереи. То есть все это реально, абсолютно реально. Вот так быстренько пробежались, я вам показала все, что есть сейчас в наличии. Ожидаем мы 26-го поставку. Опять же, я выставлю все, что планируется, и все, что едет. Можно оплачивать. Оплаченные тоже будут бронированные. Как только приедут, сразу выставим фотографии и будем отправлять. Спрашивайте, задавайте вопросы. Да, постараемся сделать ролик сразу, как только приедут. Может быть, получится на следующий день сделать эфир или в этот день. Постараемся, чтобы это вам было интересно. Еще раз повторюсь о том, что принимайте решение, нужно ли вам приобретать растения в зимний холодный период, нужно ли вам отправлять той или иной компании. Смотрите на свое усмотрение. Отправляем мы транспортной компании DPD с тепловым режимом. Отправляем мы почтой. Если тепло, отправляем с ДЭК. Остальные компании все очень холодные. У СДЭК у них теплые склады, но машины холодные. Опять же, это все риски. Поэтому смотрите, принимайте решение самостоятельно. Что-то, какую-то информацию мы вам, конечно же, подскажем. Может быть, примерно что-то можем обсчитать, просчитать по сумме. Еще раз поздравляем с 23 февраля наших дорогих мужчин. Поздравляем вообще всех с наступлением в ближайшее время весны. Будем показывать ролики конкретно сортовых растений и так далее. Всего вам хорошего, добра, любви, понимания, терпения и финансового изобилия.